Здравствуйте, все мои дорогие друзья, все мои дорогие подписчики. Спасибо за то, что просматриваете мой персональный блог Beautiful Any Age. Я делюсь всеми средствами, которыми пользуюсь я сама, которые хорошие, которые, возможно, вам тоже помогут. Пожалуйста, следите, оставайтесь вместе со мной, и вместе мы будем молодеть, хорошеть и повернем наши, так сказать, годы вспять. Вот, сегодня я вам хочу показать еще одну свою посылку, которую я получила. Я как-то, это уже ритуал, я показываю свои посылочки, чтобы вы сами могли наглядно увидеть, что заказываю я и что я употребляю, да, в данный момент. Вот, до этого я показывала одну посылку совершенно с новой компанией, на которую я подписалась, которую я хочу, в общем-то, освоить, использовать. Это веганская компания, лакшери, продукция очень хорошая, по уходам за кожей, за волосами, вот, различные вне линии для различных типов волос, для мужчин, для женщин, для детей, и я сейчас ее сама это изучаю, как бы пробую на себе и буду постепенно вам рассказывать. Но сегодня я вам хочу показать свою посылочку со своей любимой компанией, которую я уже освоила, которую я знаю, которую я обожаю просто, которой я пью все. Коллаген, трибиотик, вот у них недавно вышел инновационный, разные там нони джус покупаю, лоя вера покупаю, с периодичностью минералы, скин, крема беру на основе коллагена. Это компания, которая завоевала 8 мировых наград. И просто безумная компания, которая мне очень-очень нравится, которую я уже пользуюсь довольно-таки на продолжительное время. Вижу шикарный результат. Если вы видите на меня, вот на мое лицо, что белое лицо, подтянутое становится. Я сама просто себя не узнаю, как я хорошею и молодею с каждым днем, чего и вам хочу желать. И поэтому я с вами делюсь. Вот. Значит, давайте посмотрим, что мне пришло, что я заказываю. Заказываю я каждый месяц, конечно, чередую что-то то одно, то другое, но основное, что я пью, без пропусков, не пропуская одного месяца, одного дня, не забывая. Я, кстати, совсем недавно разговаривала с одной знакомой, если она меня видит, кстати, она уже очень давно заказала коллаген и до сих пор его пьет. А его практически хватает где-то на месяц. Уже 2 месяца прошло, она его все пьет. Я говорю, ты его что, все пьешь? Он вообще, он должен, конечно, в холодильнике стоять, но он все равно, свойство пропадает, потому что здесь добавлены blend джусы там всякие. Этот надо его, конечно, пропить. А бутылки, если пьете один раз в день, ее хватает ровно на месяц. Вот, я беру 2 бутылочки, пропиваю 2 бутылки различно. Пью Life утром, Skin вечером, потому что каждый коллаген, в общем-то, он похож по формуле, но все равно он действует Skin коллаген, он больше на разглаживание морщин, на увлажнение хорошей кожи, в основном идет на улучшение вашей кожи. А Life коллаген, он хорошо улучшает ваш flexibility, очень хорошо влияет на ваши мышцы, на ваши кости, делает вот на связку, делает очень flexible. И еще самое главное, Life коллаген очень хорошо укрепляет сосуды. Укрепляет сосуды делает их более прочными, более упругими, так сказать. А это, как говорится, самое главное. Вот. И хорошо для сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, поэтому вот, пожалуйста, коллаген – это моя неотъемлемая часть. Видите, вот она в такой коробочке приходит, вот это Life коллаген. Skin коллаген у меня есть, как-то получилось, что я его набрала очень много. Вот, поэтому у меня в холодильнике, если вы видели в холодильнике мои запасы, вы бы поразились. То есть у меня без пропуска. Если у меня что-то заканчивается, чтобы у меня сразу был другой. Я вижу, ага, это уже должно закончиться продукт, я сразу же заказываю еще один для того, чтобы у меня не было промежутка, потому что реально, реально, девочки, работает, помогает. Вот поверьте мне, от всей души. Я чувствую свободность, гибкость. Раньше где-то повернешь голову, тут болит, там болит, скрипит. Раньше на танцах я занималась, мне приходилось прямо все свое тело ломать и все очень через боль превозмогать. Болело, сейчас мне гораздо легче. Вот и шея, как говорится, крутится, и хруста нету, и все это подвижность. Ногти как укрепились. Вы не представляете, я делаю маникюр, у меня месяц держится. Не падает, не обламывается, даже снимается, когда вот лак, казалось бы, ну это у меня не лак, я СНС делаю, такой вот порошок с гелем, он как бы щадящий тоже, более-менее щадящий, чем гель, вот, и когда я снимаю, я так трогаю ногти как дерево стали, представляете, вообще волосы как пошли, у меня волосы вообще, я не знаю, не могли отрастить, наверное, ну лет 30, вот честно, я как их испортила, химией там стала делать, все, вот шапка растет, длина вот до сих пор все. Я не могла ничего сделать. Шапка растет, длина
вот только сейчас, ну еще плюс, конечно, у меня хороший стилист, с которым я хожу, который знает правильно, как подкрашивать мои корни, то есть щадящие, берегут мои волосы, где-то я ботокс сделала на волосы, вот, но тем не менее, конечно, это все, это просто безумное дополнение ко всему, я считаю, даже это может быть основа такая, которая дали мне хороший рост моим волосам, ногтям моим, кожа очень улучшилась, нету сухости, руки стали прямо вот молодые, красивые молодые руки, поэтому очень рекомендую. Но опять-таки, знаете, если вы беретесь пить, то это надо пить на постоянной основе, иначе просто вы будете выкидывать деньги, если сегодня вы выпили ложку, а завтра вы забыли, а потом опять выпили. Если вы беретесь, если вы начинаете, это труд, понимаете, это постоянный труд над собой. Если вы хотите выглядеть хорошо, красиво, плюс еще быть здоровыми, энергичными, то надо немножко трудиться, вот, и если вы беретесь и покупаете это все, потому что, в общем-то, кому-то это позволительно по деньгам, кому-то, возможно, немножко дорого, и, конечно, некоторые люди просто отрывают из себя, выкраивают эти деньги, я тоже это понимаю, но это того стоит. Вот поверьте, это того стоит, но опять-таки пить надо регулярно. И, конечно, продолжительное время, я это собираюсь пить, конечно, всю жизнь, до конца жизни, вот, потому что коллаген, он с 25 лет перестает вырабатываться, и, конечно, просто для нашего организма нужен коллаген. Дальше. Вот, пожалуйста, этот оптимайз. Оптимайз я беру, это такие таблеточки, тоже очень хорошие, я давала пост отдельно, просто я периодически вот хочу вам напомнить, вот такие таблетки, 30 таблеток, утром, когда по утрам вы встаете, естественно, ну, как бы надо бы пить воду, я пью воду, такой, чуть-чуть теплую, горячую не пью, холодную тоже не пью, чуть делаю тепленькой, и туда вот эту таблеточку одну растворяю, буквально 5 минут здесь проходит, она немножечко как шипучая вода, очень вкусная получается, такая, знаете, немножко фруктовая, и стакан воды я выпиваю. Что делает вот этот оптимайзер? Он убирает все окисления в вашем организме. Потому что от чего происходит? Рак вызывается, еще что-то. Потому что идет окисление организма. Неправильно работают клетки. Да? Этот препарат, во-первых, он дает энергию вашим клеткам, обогащает энергией. Здесь много фолиевой кислоты и магния. Представляете, магний, фолиевая кислота дает лучше усваиваться магнию. Обогащаются клетки энергии и убираются все окислительные процессы. То есть я это тоже пью каждый день вместе с водичкой, утром натощак и вот так. Дальше, дальше, дальше. О, дальше это моя любимая пенка. Это моя незаменимая пенка, которую я люблю, обожаю. Я всегда о ней рассказывала. Вот очень много. Эта пенка, она как бы разглаживает, подтягивает все проблемные зоны. Вот я ей тоже и пользуюсь постоянно, постоянно основе. Вот она какая-то пеночка красивая такая. Вот. А я ее ношу на бедра, на тазобедренный сустав, на руки, на шею, на лицо, везде разглаживает, целлюлит, девчонки, вот так разглаживает. Вот я ездила в океан и одевала купальник, и смотрела, и очень хорошо выгляжу. Вот, и подтягивает, обладает подтягивающим эффектом. Самое главное, ее не смывать не надо, ничего. Просто вот бутылечек сболтал, нанес на шею, все, и все это сразу подтягивающим эффектом, оно впитывается и не липнет, ну, изумительная пенка. Дальше, мои незаменимые паста и полоскатель. Я уже об этом говорила, снова могу показать. Вот, пожалуйста, чтобы вы видели, я как бы подтверждаю, что я это каждый месяц заказываю. Заказываю даже иногда два раза в месяц, потому что я беру на работу. Это тоже с собой дома у меня, но в основном часть я на работе нахожусь. И после каждого приема пищи я обязательно чищу зубы. Это у меня уже рутина, я об этом без этого уже не могу. Обязательно почищу зубы, пополоскаю, и рот всегда свежий, пища не остается, не гниет, никакие инфекции не проходят в желудок. Поэтому это тоже самое главное. Очень хорошее, не жгет, не... Вот у меня тоже недавно знакомая купила, она прямо в диком восторге. Говорит, так нравится, очень мягкая, не вызывает никаких раздражений, таких щипений. Вот. Но это все органик, опять-таки органик, вот, очень хорошая. Зубная паста и полоскатель. Следующее Днони джус. Вот, видите, какая красивая бутылочка. Я периодически пропиваю. Я один месяц пью Нони джус, один месяц минералы пью. К сожалению, минералы пока out of stock. Нету в компании минералов. Видимо, разобрали тоже такой красной бутылочки. Я вам, по-моему, показывала. Вот, как только пока появится, назад вернуться, я, естественно, сразу это буду покупать и пропивать. Нони джус.
во-первых, понижает сахар в крови, предохраняет от многих заболеваний, в том числе и cancer, рак, так сказать, и натуральный антиоксидант, поддерживает организм, дает энергию, вот, и балансирует, очень хорошо делает для вашей крови, вот, вообще очень много бенефитов. Я давала пост отдельно, пожалуйста, найдите на моем блоге или на YouTube-канале, на Инстаграме. На Инстаграме вообще очень легко, я очень хорошо организованно веду Инстаграм. У меня все видео подписаны, то есть вам надо, не надо искать, и каждое видео стоит пост на русском, на английском языке, видео стоит пост, настолько организовано, настолько красиво видео с Инстаграм, посмотрите, пожалуйста, благодаря моему маркетологу, она мне помогает, моя девочка, любимая моя самая, вот, и она мне очень помогает, мы с ней определили, как мы будем вести Инстаграм, вот, и очень легко, очень комфортно находить, уже у меня очень много подписчиков там, пожалуйста, пройдите, найдите Нони Джус, почитайте, послушайте мое видео и посмотрите, сколько бенефитов от Нони Джус. Вот, я его тоже пью постоянно, он очень вкусный, очень приятный, поэтому одна ложка в день, и, а зато сколько бенефитов, вот, пьется прямо как сок, ну, очень вкусный. Вот, дальше я взяла вот этот препарат, это Digestif Enzema, это очень хороший препарат, это, знаете, это ферменты, наподобие наших фистал, даже лучше. Вот если вы покушали пищу какую-то, и, допустим, у вас тяжесть, много вы что-то смешали, вот, особенно когда смешно, я стараюсь не смешать, но всякое бывает, да, вот сейчас праздники там или что-то, вот, две таблетки сразу после еды, и просто вообще обалденно, как будто вы не ели через 5 минут, то есть оно все так распределяет углеводы в одну сторону, белки в другую сторону, расщепляет, не дает это все смешиваться, не дает вашему организму тяжести, не дает всему плохому впитываться в вашу кровь, и очень хорошо, то есть вы и не поправляетесь, и вес не набираете, и в то же время тяжесть не чувствуете, и вот этот препарат, он всегда со мной, всегда, очень хороший препарат, я его заказываю. И что еще? И вот, да, это уже, наверное, последний препарат. А нет, еще у меня есть, подождите, еще есть, уже 12 минут, а мне надо уложиться. Быстренько, 15 минут лимит. Вот, значит, здесь у меня трибиотик, это инновационный препарат. Вот, вы знаете, наверное, про пробиотик, а это трибиотик. Залечивает хорошо желудок, слизистую оболочку, помогает всем нужным полезным микроэлементом впитываться в ваш организм, и уникально утром, здесь специальная мирная ложечка, я закидываю прямо вот так вот под язык, могу водичкой запить, хотите в джусы, хотите в смузи, хотите в салат, просто посыпайте, потому что здесь такие мелкие гранулы, тоже польза просто колоссальная, вы не представляете, то есть здесь вот эти вот нужные полезные бактерии, которые очень быстро впитываются в стенку желудка и помогают залечивать ваш желудок. Я вообще чувствую себя прекрасно. Ни тяжести, ни боли, ничего нету. Вот трибиотик. Не пробиотик, а трибиотик. Представляете? Вот это инновационный препарат компании. Дальше я заказала ImmunoHealth. Вот такой препарат, я его хочу пропить сейчас, а тем более вот сейчас сезонный переход, вот такой, многие заболевают, болеют, у меня вот семья болеет, а внуки, сын болеет очень сильно, простыл, вот даже не могу съездить их навестить, потому что боюсь. Вот я хочу здесь, на травах основано, очень хорошо поднимает иммунную систему, и на всех, в общем, 7, по-моему, включено трав здесь, очень хорошие, я тоже давала недавно в нем пост, вот, послушайте, посмотрите, и очень хорошие, в общем, Health Immune, да, здесь поднимает вашу иммунную систему и именно дает противостоять всяким вирусным заболеваниям. Вот, это очень-очень важно, тем более в наше время органический препарат очень хороший. Ну и самый последний, это мой самый любимый, это дезодорант. Дезодорант, который я обожаю, я не знаю, лучше этого дезодоранта я еще не видела. Во всяком случае, мне настолько он подходит, 24 часа в сутки, один раз вот только вот использовала его, и все, и потом не надо ни добавлять, ни пользоваться, натуральный, нету никаких алюминия здесь, не вызывает никакого рака, то есть самый лучший дезодорант, который я вообще в жизни своей встречала, я пробовала различные, без этого теперь жить не могу, и вот очень хороший, очень полезный. Вот, так что все, вот посмотрите, сколько я всего заказала, да, и вот больше у меня ничего нету, это вот моя месячный заказ, вот, который я заказываю, я на смартшипе подписана, и мне постоянно, я его меняю, добавляю, что-то убираю, вот такой товар, так что
Я, девочки, всем желаю здоровья, красоты, оставаться на долгие годы. Вот. Пока-пока.